ростовчане, всем привет! До Нового года осталось ровно 2 недели. И вчера я прочитала, что на эти 14 дней к нам придет настоящая ростовская зима с плюсовой температурой и дождями. Я предлагаю уже сейчас начать выяснять у синоптиков, так это или нет, и начать с завтрашнего дня. В Ростове, если верить долгосрочному прогнозу гидрометцентра, всю эту неделю у нас совершенно не будет морозов, даже ночами. Сегодня под луной +1 и дождь с мокрым снегом, а во вторник 4 градуса тепла без осадков, хотя влажность 93% говорит об обратном. Ветер выдохся, его скорость всего 2 метра в секунду, атмосферное давление в норме 759 миллиметров ртутного столба. На этом я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго!